Солнце на небе закрепилось, значит, пора сажать. По такому принципу в Одессе горзелентрест приступил к выполнению своих служебных обязанностей. Как и их коллеги из МЭП, высадка стартовала на площади 10 апреля. Коммунальщики говорят, причина не близость праздника, а погода. Мы поменяли травяной газон, который был выстелен еще в 2006 году. Порядка 2000 газонов мы поменяли. Сейчас, видите, хорошая травка. Нанесен новый рисунок. И происходит высадка весенников. Здесь где-то площадь по высадке весенников будет 320 метров по 50 штук на квадратный метр. Где-то 15 тысяч весенников. Продолжается озеленение парков, скверов и цветников. Вдобавок к этому зелентрест планирует высадить рекордные 86 тысяч роз. Мировое глобальное потепление сказывается и на одесской флоре. До апельсиновых рощ далеко, но даже традиционным растениям нужно намного больше воды, чем ранее. Если раньше, допустим, 30 лет назад высаживали дерево, было достаточно двух раз полить дерево, дерево приживалось. На сей момент, чтобы дерево комированное, десятилетнее прижилось, уходных работ где-то до 3 лет. То есть постоянно дерево надо поливать. И за один полив на дерево уходит где-то порядка 80 литров воды.